В первом периоде гости захватили инициативу в свои руки и отправили в наши ворота сразу 3 шайбы. Во втором игровом отрезке саровчане сравняли счет. Но буквально за пару минут до конца периода за воротами хозяев поля вновь загорелся красный свет. Третий период показал, что Дзержинский «Уран» настроен только на победу. Гости забили саровчанам еще 2 гола. Отыграться нашим спортсменам не удалось. Встреча закончилась со счетом 4-6. По итогам турнира хоккейный клуб «Саровинвест» занял 4-ю строчку турнирной таблицы. Как показали все игры, не только плей-офф, но и чемпионаты, да, что ну, в среднем где-то 5-6 команд действительно равные, с которыми можно играть, с которыми интересно играть. Где-то люди побольше поиграли, где-то опыта побольше, где-то физически. Нам немножко не хватило, но как бы неплохой сезон. В прошлом сезоне команда «Урана» из Дзержинска стала победителем турнира высшей хоккейной лиги Нижегородской области. А в этом году спортсменам удалось занять лишь 3-е место. По мнению спортсменов, в этом сезоне за победу в чемпионате боролось 8 сильных команд, каждая из которых могла претендовать на 1-е место. Слава богу, выиграли. То есть были, конечно, особенно там во втором периоде, были моменты, когда уже такая нервная игра пошла, но это все равно, это финал. Финал, хоть и за 3-е место, за бронзу, но за медали. Даже где-то лучше выиграть бронзу, чем в финале выиграть серебро. Поэтому это всегда более радостно. Уже не первый год саровчане поддерживают любимую команду. Многие болельщики стараются не пропускать ни одной домашней игры. По их мнению, этот сезон для хоккейного клуба «Саровинвест» выдался удачным. На этих ребят стал ходить. В прошлом году они меня рассаторили. Многие ребята, так сказать, повысили свой уровень мастерства. Это вообще отлично. Я за некоторых очень рад на самом деле. В целом сезон великолепный. И хотелось бы, чтобы все-таки вот этой команде, администрации города, и вообще мне обратили внимание. Именно этой команде. Молодцы. Мы не ожидали этого. Потому что первый раз играем в высшей лиге, как бы так, по области. Победителем чемпионата высшей хоккейной лиги Нижегородской области стал ХК «Старт» из Таншаева. 2-е место у хоккейного клуба «Кстово». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».